Футболист Владимирской Торпеды, Ярослав Краснов. Ярослав, первая победа, новый коллектив. Какие ощущения? Прекрасное ощущение. Нам очень нужна была эта победа. Да? Мы долго готовились. Почти 4 месяца без футбола. Тут первая официальная игра. Команда очень здорово сыграла. Очень дружно. И мы очень все рады этой победе. Вот тренер за игру поставил пятерку. Согласен? Нашей команде, да, конечно. А соперник чем-то удивил? Ну, мы готовились весь недельный цикл к сопернику, знали, что как бы боевая команда Сибири, да, готовились к такой борьбе прям, к серьезной, и, в принципе, выстояли борьбу. Ну, соперник хорошо сыграл, да, но нам сегодня удача повернулась. Как оценишь свои действия на поле? Да, свои не могу оценивать, тренер оценит. Действия команды, я очень рад за команду, да, все сегодня старались, бились. Поэтому всех с победой. Как устроился во Владимире? Как устроен твой быт? Да я, в принципе, на базе остался. Квартиру не стал снимать. Здесь все рядом, удобно. И оттренировался сразу в номер, отдыхаешь. Как бы. Восстановление все есть, поэтому замечательно. Хорошо, спасибо.